Руслан. Да, очень приятно, дорогие слушатели. Завтра мы встретимся с вами еще раз, и вы услышите результат многолетней работы. Я занимаюсь этномузыкой уже больше 15 лет. Написал 3 альбома, сейчас работаю над 4-м. Также пишу сказки этнические, ставлю спектакли музыкальные. В этом году поступил в ГИК на кинорежиссуру. Надеюсь, буду снимать еще фильмы в этом направлении. Вот. И завтра у нас будет путешествие в мифическую страну Шамбала. Я думаю, Вика вам уже рассказывала. Это будет несколько островов. Каждая песня — это определенный остров. И мы с вами полетим на волшебном бубне. В моем вы услышите несколько инструментов красивых. И будем петь с вами, водить хороводы. Я всегда волнуюсь перед концертом, но они проходят прекрасно. И надеюсь, что завтрашний концерт пройдет так же. Вот, если есть какие-то вопросы, задавайте. И давайте немножко как коуч предложу.